Артистку едва узнали. Такую Диану Гурскую никто не видел. Незрячая певица избавилась от неизменного аксессуара. Она преодолела собственное стеснение и впервые показала, как выглядит без очков. Поклонники исполнительницы хита «Мама» еще ни разу не видели ее лицо целиком. Наконец, после десятилетий на сцене артистка впервые сняла свою защиту на публике. Увы, зрение не вернулось к звезде, пойти на риск Гурская решилась ради модной фотосъемки, в которой примерила несколько довольно агрессивных образов. В одном из кадров певица появилась с кислотным макияжем глаз. «Это просто разрыв мозга, шок-контент, от последнего фото просто мурашки, я ее не сразу узнала даже», обсуждают в сети.